Здравствуйте, это актуальный диалог с начальником управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и защите информации администрации Великоустюгского района Александром Владимировичем Котельниковым. Александр Владимирович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Александр Владимирович, расскажите о ходе превентивных мероприятий. Да, с 1 марта на территории района начаты превентивные мероприятия. Это комплекс работ, это ледорезные работы, это чернение льда и в планах работы взрывные. Значит, на сегодняшний день силами аварийно-спасательной службы Вологодской области выполняются ледорезные работы на территории двух областей. Значит, две машины у нас работают в районе города Котлас, это между автомобильным и железнодорожными мостами. И две машины работают у нас в районе, значит, между Демьяново и Полутово. Вот. Также к работам подключены два трактора МТЗ, которые выполняют задачи тоже на сегодняшний день в Архангельской области. Вот. Значит, ну, что касается сил и средств, значит, они выполняются сводным отрядом спасателей. Это местный поисково-спасательный отряд города Великий Устюг и поисково-спасательный отряд города Вологды, которые входят вот в эту структуру СС области. То есть, на сегодняшний день сил и средств хватает, значит, вся техника работает исправно пока. Вот. Ну, какие-то, если есть замечания, то их стараются устранять, значит, и работы продолжаются дальше. Это касаемо ледорезных работ. Значит, далее чернение льда. Также начато с 1 числа. Вот. Оно выполняется силами администрации района и традиционно нам помогают курсанты Великоустюгского речного училища. Значит, 6 курсантов, 2 снегохода в этом году. Приобретен еще один снегоход, он участвует в работах. Значит, на сегодняшний день у нас пройден участок от переправы до улицы Васендина. Вот. Работы идут тоже штатно, продолжаются. Значит, в планах у нас зачернить 30 километров, но все будет зависеть от обстановки. То есть, если обстановка позволит работать дальше на реке, ну, это минусовые температуры, отсутствие воды под снегом, то постараемся сделать больше. Какова на сегодня готовность пунктов временного размещения, как для людей, так и для крупного рогатого скота, техники, где они будут располагаться, что предусмотрено? Ну, на территории района у нас 10 пунктов временного размещения с общим количеством на пострадавших 752 человека. Они находятся у нас на территории города Великий Устюг, на территории Бобровникова, на территории устья Алексеева и Кузина. Вот. Что касается расположения техники, которая может быть подвержена эвакуации, то это у нас поселок Золотавцево, база. Там база, значит, объемом 1000 квадратных метров. Это для постановки той техники, которая может быть эвакуирована. Что касается животных, есть тоже база, порядка 40 голов мы можем там разместить. Вот эта информация, как по, значит, животным, так и по технике, так и по людям, у нас будет распространяться не только в СМИ, но и в памятках. Значит, в этом году мы запланируем распространить 9000 памяток силами волонтеров. Вот, они будут распространены. И вот эта информация с номерами телефонами, с адресами, она вся есть вот в этой памятке. А какая на сегодня готовность заречной стороны? Ну, на самом деле, они уже готовы. Там есть пункт временного размещения, как я уже говорил, он принят, соответствующие акты уже подписаны. Более того, 18 февраля там была проведена тренировка по эвакуации, значит, по разворачиванию ПВР, по откачке воды, по запуску резервного источника питания у них там в котельной. Вот, значит, что касаемо жителей, которые будут нуждаться в экстренной эвакуации, у нас традиционно, значит, этим занимается поисково-спасательный отряд силами судно-воздушной подушки. Люди, которые будут нуждаться в экстренной эвакуации, они будут оттуда эвакуироваться силами поисково-спасательного отряда и здесь передаваться уже в руки скорой медицинской помощи. Каков прогноз по вскрытию рек? Когда нам ожидать ледоход? Ну, согласно прогнозу, который нам дает гидромет, это 25 марта и начало апреля. Я думаю, что более точный прогноз будет немножко позже. Александр Владимирович, спасибо за ваши ответы. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, это был актуальный диалог с начальником управления по мобилизационной подготовке гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и защите информации администрации Великоустюгского района Александром Владимировичем Котельниковым. До свидания.